Вообще все балеты Григоровича, они являются такими, что в них нужно полностью погружаться в образ. Когда мы выходим на сцену, артист сразу становится голым. Балет «Спартак» — это, наверное, символ прежде всего мужской героики. И здесь, конечно же, потрясающая хореография. Это потрясающая декорация Симона Версаладзе. Это гениальный музыка Рамы Хачатуряна. Эта роль не делается за год, за два. Возможно, на эту роль понадобится целая моя балетная карьера. И, конечно же, этот балет физически очень-очень трудный. Нужно готовиться как к Олимпиаде, потому что физически этот балет выдерживали, наверное, единицы. И, соответственно, этот балет станцевать – это большая удача вообще. Везде присутствует, конечно же, самая главная тема – тема любви, тема глубина чувств, эмоций, переживания, и страсть, нежность. Все балеты – это все объединяет. И никому из зрителей это не чуждо, всем это близко. И каждый раз зритель может прийти и готов сопереживать на сцене герою. Это, конечно, нас объединяет. Для Спартака Фриги – это его самая любимая женщина, за которую он может, наверное, отдать всю свою жизнь. И у Юрия Николаевича дуэты, конечно же, они фантастически пропитаны любовью, и над этими дуэтами можно работать без конца. В этом балете два дуэта, и они кардинально разные в плане образности и эмоциональности. Потому что первое даже – это некое такое свидание после долгой разлуки, а второе даже – это упоение друг другом и, наверное, понимание того, что они видятся в последний раз. И в этих адажах заложен очень глубокий смысл, любовный и философский. Для меня Юрий Николаевич Григорович – это легенда. Те спектакли, которые он поставил, это история наша, история Большого театра. И мы не можем ее обойти. Поэтому мы ее стараемся удержать, и мы обязаны ее держать. Сегодня он уже редко приходит на репетиции. Но когда он приходит на спектакль или на репетицию, вся труппа начинает работать не на 100, а на 300%. Я думаю, что этим очень много сказано. Ничего счастливее в этот момент, когда ты танцуешь его спектакли, нету.